Всем привет! Сегодня трудовая неделя, сегодня уже середина трудовой нашей недели. Я на работе и, знаете, не удержалась, прямо хочу похвастаться. Ко мне сегодня зашла моя подписчица. Как бы летом было, да, очень много приезжали, там встречались. Сегодня просто я не ожидала. Заходит женщина и дарит, подает мне букет цветов и фрукты со своего сада и говорит: я ваша подписчица, даже не назвала имя, я сейчас вот очень жалею. Она говорит: я не пишу комментарии, но смотрю с удовольствием. Я прямо такая хвастунишка, прямо, конечно, прямо сижу, наслаждаюсь на рабочем месте. Ах, красотень. Прям очень неожиданно, конечно, и, знаете, очень радостно на душе от этого. И вот такие вот витамины, все с ее сада, яблочки, хурма, королек. Сейчас мы с Маришей опробуем. Конечно, вот сижу и прямо, вы знаете, ну приятно, ну очень приятно. Спасибо, спасибо. Я, конечно, поблагодарила. Еще раз хочу поблагодарить от души. Большое спасибо. То есть, понимаешь, что я говорю, хороших людей на свете все-таки больше, чем плохих. Я в этом уверена, я в это верю. И фотосессия. Так что витамины на столе. В общем, прямо, ну, я, конечно, прямо, знаете, такой заряд радости, заряд бодрости на весь рабочий день. На улице у нас стоит шикарная погода. Вот было пару дней, что там дождь накрапывал, так было все облачно. И сегодня непременно, сейчас вот поделаю дела и сгоняем непременно на море, посмотрим, потому что море в такую погоду необыкновенно красивое. Проедем туда до хижины рыбака, как меня там просили. Так что, ну и еще раз хочу поблагодарить за хорошее настроение, за просто, ну, для меня это вот прямо действительно хорошее настроение, для, ну, это лечит от всего, мне кажется. И когда у человека хорошее настроение, и, в общем, спасибо еще раз от души. Ну что, время 3 часа дня, мне надо съездить по делам. И заедем еще, конечно же, на море. Погода, конечно, стоит. День. Ну вот было 2 дня. Ничего не видно. Было 2 дня. Что-то дождь, так как-то прохладно. Сегодня опять красотень красивущая, теплынь теплющая и так далее и тому подобное. Ну и настроение, соответственно, после того, когда сегодня вот даже такой знак внимания, знаете, очень приятно, что вот как-то люди меня смотрят, спасибо, ну, это вам большое спасибо за то, что вы у меня, ну что, он поворачивает, нет? За то, что вы у меня есть. Ой, горы красивее, красивее не придумаешь. Не знаю, получится. Шикарное чистое небо. Яркое солнце. 8 ноября. Все отлично. Отлично. В жизни бывает полоса белая, да, полоса серая, полоса черная. Вот сейчас какая-то, вы знаете, в то же время и белая, и в то же время серая. Позвонила мне младшая, отец во Владикавказе. Ее отец очень плохо себя чувствует. Решаем сейчас вопрос, что делать, не знаем, что делать.
она не может сорваться, поехать, потому что, ну, не может. Не знаю, примет ли он мою какую-то помощь. В общем, решаем. Женщины залезли, купаются, кричит: «Караул, Люба!» Видимо, вода все равно уже прохладная, так скажем. Ну, купальный сезон еще вот для самых смелых открыт. Прогуляемся немножко, послушаем шум моря. Это мы приехали к базе Приморская, турбазе. Такой городок у нас идеи. База Приморская. Сейчас, говорит, жарко. Что смелые есть женщины, отважные. Безлюдно. Хотя и погода, да, стоит еще. Отдыхай, да отдыхай. Я так вам видео чередую. Где домашнее, где море, чтоб не заскучали. Там люди плавают, что ли, я не пойму. Офигеть. Там точно человек же там плывет. Как-то люди вот не боятся. Все равно вода уже, мне кажется, такая штука уже прохладная в это время года. И ведь может и ногу судорогой свести. Все что угодно может произойти. Мы же в ответ: нет, вот плывет так далеко, уплывают люди. Спасатели нет, ничего, никто, кто. Ну вот мало ли что. Не знаю, конечно, такие рисковые люди. Будь что будет, да? Вон там еще человек. Человек? Господи. Подслеповатый блогер. Может, это буйки? Нет, плывет. Вижу, что плывет. И здесь вижу, что плывет. Не знаю, видно вам или нет. Кстати, вы заметили, да? Я подстриглась, все-таки не вынесла душа поэта. Ну, мне так хорошо прямо
Прямо шапочку она мне такую сделала. Сразу голове стало легче. Мне кажется, даже сразу, когда мы женщины стрижемся, мы молодее. Вот. Ну, а у нас вот такие, сейчас такая дилемма стоит. Даже приехала подумать на море, что делать, как быть. Не можем дозвониться до Владикавказа, до Батуринкиного отца. Резко ухудшилось состояние здоровья. И та там у меня переживает до слез. И чем помочь? Как быть? Что делать в этой ситуации? Что делать? Что делать? Вот так вот в жизни, ну, раз получается, планируешь одно, получается другое. И не можем дозвониться, добиться. Как бы. Когда люди болеют, знаете, они же, ну, требуют к себе повышенного внимания, да, такого. Они становятся более обидчивыми, более уязвимыми. Им кажется, что их никто не любит, о них никто не заботится, не переживает. То есть, ну вот так вот, да. Вот. Он вредничает, выключил телефон, что, ну как бы, я так понимаю, он, как родители ждут уже, будучи, когда заболеют, от своих детей, что она должна сейчас резко все бросить, приехать, там ухаживать. Я согласна, да, так и должно быть. Но она маленькая, хрупкая девочка. А он такой у нас не маленький мужчина. И уже я говорю, ну давай я, что ли, ну, я тут не ехать надолго не могу, мне 4-5 дней, это тоже не спасет ситуацию. В общем, сейчас такая дилемма стоит. Просто. И вот так получилось в жизни, отвлекли меня там по работе, так получилось в жизни, что никого, в принципе-то, ближе. У него, кроме Аринки, нет. Будем сейчас что-то думать, что-то решать. Созваниваться с врачами. Господи, помоги, называется. Ну, а мне уже звонили с работы, отлучилась на полчаса, называется. А уже все, все, вся работа встала. Я очень важный человек. Вот как даже уехать на 4 дня, это... то проблема. Но на сейчасшний момент из башки не идет, все думаю, сиделку нанимать, что там как бы приходилась сиделка, говорит, ну, женщина, что, ну, он грузный, отказалась. В общем, все не так просто, как казалось бы. Ну, а мы, вот, давайте сейчас насладимся моментом, потому что может придется внезапно выезжать, может придется, в общем, решать проблемы, помогать, как-никак он все равно мне, как родственник, это отец моей дочери, и, конечно, не хочется... Не хочется оставлять его в беде. Вот там у нас хижина рыбака. Здесь у нас турбаза Приморская. Кто здесь бывал, те знают. Ну, сейчас вот так вот все пустынно. Ложитесь где хотите. Весь берег ваш. Люди вон отдыхают, столики, девчонки сидят. Замечательно. Замечательно. Выйду на пенсию.
Ты же задолбала своей пенсией. Выдумайте. Вот, подняли пенсию мужчинам до 65 лет. Вот видите, у нас 61 год. Как, люди уже больны в таком вот возрасте у нас в России. Все болезни начинают после 50 расцветать с буйной силой. Так что, надеюсь, все будет хорошо, все у нас получится, он еще поживет долго и счастливо. Там, не знаю, договорила, нету, предлагала переехать. Говорю, продавай там, переезжай сюда, ну раз чувствуешь себя плохо. Где-то здесь где-то я забегу, Аринка сюда чаще сможет к нам приезжать, когда мы будем жить в одном населенном пункте. Вот в чем заключается, когда родители, да, живут где-то далеко от детей или дети от родителей. Ну, суть дела не меняется, что потом, когда вот случается такая ситуация, а у всех своя жизнь, свои какие-то потребности, свои, даже не планы, а именно работа. Мы сейчас все зависим от работы. И вот поэтому, вот там меня спрашивали, поэтому мне и хочется быть поближе к детям, чтобы они были рядом, потому что у меня-то нет такого мужа, как есть, допустим, моей мамы. И какой-то грустный влог приехала, такая счастливая на море. И вот такие вот разговоры. И что маме-то, конечно, очень повезло, и папе моему, что они нашли друг друга в этой жизни, что они любят друг друга. Маме всем так везет. А я уже уселась в машину. Такие классные девчонки, я их назову. Визжат, купаются, визжат, но все равно купаются. Не знаю, местные или приезжие. О. Молодцы. Ну, в общем, съездили немножко, продышались, да, на море. Надо возвращаться, для меня там уже все потеряли, все, все. Шеф, все пропало, все пропало. В общем, голова вот такая, как дом советов. И поэтому, говорю, хочется быть поближе детям, чтобы потом не доставлять им вот таких неудобств, что я там, они за меня за тысячи километров. Хотя есть люди, вот, допустим, у меня есть знакомая, она дохаживала свою свекровь. Хотя у нее есть родная дочь, но она с родной дочерью еще не общалась лет 30. Не знаю, там, что за конфликт был. И вот, ведь она доходила свою свекровь еще, да, свекровь. Еще плакала даже по ней. То есть, хотя они друг другу вообще никто. Это мама бывшего мужа. Ну вот, в жизни бывает по-разному. Ладненько, не будем грустить, будем думать о том, что все будет хорошо. На прощание. Кусочек ноябрьского. Красивущего. Хотя декабрь что-то там обещают нам. Будет катастрофа, погода будет ужасная. Ну а я прощаюсь с вами. Надо гнать, возвращаться. Еще раз спасибо за фрукты, за цветы и вообще всем, кто пишет комментарии, кто меня поддерживает. Огромное-огромное человеческое спасибо. Все, пока-пока. Увидимся.
буду держать вас в курсе событий, что происходит.